Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Сегодня в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги встречаются Сталь Алчев, Черноморец, Одесса. Наши гости – футболки белые. Номер один – Виктор Гришков, капитан команды. Номер два – Сергей Ткаченко. Номер три – Сергей Булыгин-Шмарко. Номер четыре – Юрий Букин. Номер 5. Руслан Васильев. Номер 6. Дмитрий Коряка. Номер 7. Василий Садкевич. Номер 8. Александр Садкович. Номер 9. Олег Мачуляк. Номер 10. Александр Голоколосов. Номер 11. Виталий Колесиченко. Алчев. Футболки красные. Номер 1. Александр Нагин. Номер 2. Игорь Фокин. Номер 3. Анатолий Андрющенко. Номер 4. Анатолий Еркелецкий. Паньков. Номер 8. Артем Лопаткин. Номер 9. Сергей Башко. Номер 10. Вадим Плотников, капитан команды. И номер 11. Виктор Олесик. Главный тренер, заслуженный тренер Украины Анатолий Волобуй. Тренер команды Вадим Матвиенко. Матч обслуживают арбитры в следующем составе. Арбитр в поле, судья национальной категории Владимир Кутов, город Донецк. Ассистенты арбитра Александр Журба, ассистент ФИФА. И Александр Кравченко, арбитр второй категории. Город Донецк. Резервный арбитр, арбитр второй категории Александр Беденко. Город Луганск. Инспектор матча.
Черноморье забил Артем Лопаткин, номер 8. Thank you.
Thank you.
команды чиновные знамения. Вместо этого Олега Лисиченко играет под номером 11. На поле вышел Владимир Гапон, номер 18. Thank you.
игроков ходит в Уважаемые любители футбола, прошу дать информацию. Завтра, 1 мая, начинается чемпионат области по футболу. Сань-2, главный тренер Геннадий Подкаев в первом туре на стадионе «Строитель» принимает команду «Шахтер», город Краснодон. Начало игры 16 часов. Oh, my God.
Thank you.
Михаил Матюлюка играет под номером 9. Играет Сергей Костюк, номер 16. Игравшего под номером 9. На поле вышел Андрей Петрищин, номер 13. Под номером 6. На поле вышел Роман Кучерка, номер 14. На поле лежит два Багира, номер 17.
На поле вышел Тимирлан Гусейнов. Уважаемые любители футбола, следующая игра на нашем стадионе состоится 3 мая. Команда «Сталь» принимает «Металлург», город Никополь. Начало игры 17 часов. Thank you.
игравшего по номеру 10. Наделил Борис Ветров, номер 18.